Ну, в общем, смотрите, подсыхает у нас уже, да, то есть луж становится все меньше и меньше. Соответственно, на ЧТК сегодня вечером будет последняя возможность уходящей недели замериться. Evolution 9 GT. Поехали. Едем с ланча, давай. Поехали. Смотрите, ребят, это полностью стоковый Lancer Evolution 9 GT. То есть у нас мы намерили 204 киловатта. Что у нас тут по выхлопный сток стоит? Выхлопный сток, да, полностью от турбины. Это у нас Mercedes-Benz V140 S600 V12. Поехали. Ну и вот снова, смотрите, пошли лайки, то есть смотра людям нравится, смотра это хорошо, там очень много красивых машин находится, дорогих, которые как бы хотят делать услуги.